Анвар Давыдов. Воспоминания о Мусе Джалиле. Это чувство в сердце не осыло. Может, оттого так больно, друг? Помню, только 10 лет мне было. Я к груди его прижался вдруг. Что ребенку? Робости, стеснения? Я тогда не чувствовал, не знал. В дом, что на Никольском, без смущения. Через день, бывало, забегал. Все мальчишке интересно, ново. Но другие меркнут чудеса. И стихи смешные, снова, снова. Мне читает дяденька Муса. И я смеюсь, но смех, он ведь недолг. Посмеялся, вышел, позабыл. Нет, а я от тех минут веселых красоту иную сохранил. То ли от слов им сказанных серьезно, то ли от глаз его. Но только я вдруг почувствовал, что друг надежный за руку любовно взял меня. И за ним смогу пройти я много, босиком по плещущим лесам, по кремнистым и крутым дорогам, по холодным утренним лугам. Голос сердца чистого, большого, между нами никаких преград. Обрести товарища такого, кто бы из мальчишек был не рад. И доверчиво со всей силы я к груди его прижался вдруг. Это чувство в сердце не остыло. Может, оттого так больно, друг?